Итак, теперь мы проехали. Заняло 1 час 10 минут. Сразу говорю, то, что в новостях вкинули информацию, что теперь можно на территорию Абхазии попасть только со страховкой. И даже озвучили цены. Страховка стоит 500 рублей на 3 дня, 1500 рублей стоит на 10 дней и 8500 стоит на год. Пока про это не со стороны Абхазии, не со стороны России это пока не слышали. Поэтому просто прошел. Да, долгая процедура, но в принципе ничего такого прям смертельного, критичного не было. Сейчас мы с вами двигаемся в сторону озера Рицин, потому что, в принципе, я был во многих местах. Ну, наверное, озеро Рицин – то единственное место, куда хочется ехать. Я не знаю, есть ли смысл мне вот включать навигацию, чтобы поехать вот именно туда. Я думаю, что там, наверное, одна дорога. Значит так, озеро Рицин. Не знаю, пока у меня здесь толком интернета нет. Почему я включил камеру? Ну, чтобы могли посмотреть те самые дороги, ту самую красоту. Ну и, конечно же, чтобы было в определенном понимании сравнение, да. Почему кто-то выбирает Абхазию, почему кто-то выбирает прекрасный Сочи. Ну, кто-то едет в Анапу, да, и купается в болоте в зеленом. Каждому свое, как говорится. Кому веников вагона, кому вот. Ну что, не работает у меня. Вот так вот, да, вот особенности вот этот. Хоп, через сплошную линию, вот просто взял, развернулся. Все, как бы. И, конечно же, многие, кто с Адлера приезжает в Абхазию, смотрят, что, а что, можно было, что ли? Через сплошную линию, оказывается, можно было просто взять и развернуться. А что, так можно было? Ну и, конечно же, на этом фоне, немножко становится, мягко говоря, дискомфортно. Но ничего страшного там нет. Вот люди пешком идут, романтики. Да, по поводу, кстати, здесь правил. Здесь у нас нет полиции, но здесь есть милиция. Ну и, конечно же, особенности также еще являются в том, что, например, если, например, вы можете, например, в России нарушать правила и скоростной режим там до плюс там 20 километров в час, да, и после 20 штраф, то здесь до плюс 10. Поэтому имейте в виду, что даже небольшое нарушение, и в итоге там могут вам мозг, мягко говоря, компенсировать. Также хочется отметить, что здесь действуют такие еще советские правила, советские нормативы, и здесь забирают вас права и дают вам времянку. Вот поэтому потом права забрать будет, мягко говоря, немножко проблематично. Так бы тоже имейте это в виду. Вообще, я помню, что до озера Рицин можно, в принципе, без навигатора доехать. Мы сейчас уже привыкли там навигатор включать на каждом углу. Где можно, где не можно. Я думаю, что я найду место, где нужно будет повернуть. Потому что пока вот я недопонимаю. Значит, так. Даже я сейчас попробую телефон немножко отключить. Цандрапыш. Да, кстати, я еще включил этот режим видео, потому что я знаю, что у меня на этой машине нет авторегистратора, поэтому приходится записывать через телефон. Я знаю, что здесь очень много, даже по прошлой поездке, хитропопых, хитрожуев в виде местных блестителей. Ну вот видите, он выезжает на встречку ему по барабану. И это, кстати, только начало. Дальше, как говорится, будет хуже. И поэтому, как бы, здесь вот, например, я не люблю лишний раз передвигаться на том же самом своем прекрасном автомобиле, потому что ты не знаешь, не дай бог, что здесь произойдет. И, конечно же, если здесь будет у вас авария, если, не дай бог, вы будете еще и неправы, то тут у нас действуют 90-е года. Потому что здесь вас возьмут в плен, и пока вы не расплатитесь, вас отсюда никто, как говорится, не выпустит. Ни про каких страховых компаний даже и разговоров не может быть и речи. Ну, а мы с вами потихонечку, наверное, все-таки проедем.
проедем мы с вами прямо. Никуда мы с вами сворачивать не будем. Да, кстати, давайте попробуем посмотреть, какая навигация на... Да, какая навигация у меня в машине. В целом, конечно же, очень много зелени, и это подкупает, действительно очень круто, потому что, по большому счету, вот именно так, наверное, и хочется. Ну, действительно, очень, очень классно, очень круто. Самый главный, наверное, совет – не нарушайте. Не нарушайте, не нарушайте, еще раз не нарушайте. И будет, как говорится, вам счастье. Озеро Рица. О, все, озеро Рица. Алгоритм поездки готов. Ну, вот мы, в принципе, сейчас примерно и сориентировались. Что там у нас? Пока прямо. Да, в принципе, все. В принципе, нормально. Показано ехать 1:40. Ну, ничего страшного, посмотрим. Какая дорога, посмотрим, все-таки, посмотрите, как красиво, да, сколько зелени, блин, красота просто, просто красотища, красотень просто. Единственное, что же иметь в виду, что вроде Абхазия это Россия, но не Россия. Интернет здесь будет безумно дорогой, и, само собой, здесь можно с таким счетом. Я помню, первый раз в Абхазию съездил, у меня, получается, счет был минус 12 тысяч на телефоне. Это офигеть как много, ребята. Это реально очень-очень-очень много. Давайте сейчас подождите секундочку, сориентируюсь. Здесь какие-то пробки, заторы есть. Нет, ничего здесь такого нет. Ничего здесь такого нет. Я поэтому думаю, что даже и нет смысла. Да, даже я думаю, нет смысла включать навигацию. Даже. Я думаю, что мы поворот на озеро Рица не пропустим. Но если пропустим, покатаемся. Теперь, что касается таможни, да, опять же, давайте не будем с вами забывать, что желательно проходить таможню советским, с российским паспортом. Если у вас есть загранпаспорт, лучше его даже никогда там и не показывайте. Теперь вопрос. Почему? А вдруг вы нечаянно захотите слетать в Грузию? Ну, мало ли что. Сейчас особо-то некуда летать. Вдруг в Грузию захотите слетать. Так вот, если у вас будет отметка о том, что вы посетили Абхазию, то в Грузию вас не пустят, ребят. Понимаете, вас не пустят. Поэтому, конечно, потому что когда вы с российским паспортом проходите Абхазию, там никаких ни отметок, ничего не делается. Но когда вы проходите с загранпаспортом, у вас делают отметку. Поэтому вот как бы так. Все-таки не может у нас, мягко говоря, прийти к общему знаменателю, и не могут все у нас смириться грузины по поводу того, что не дали завоевать, отобрать Абхазию, да, как бы кто-то скажет, да блин, кто еще кого забирает, ну да, ну как бы в общем, вопрос с Путиным, нельзя играть в такие игры, как бы сказали, все, вот, все, значит Абхазия, все, Абхазия вот относится к России. Кстати, столько мест, да, вот в Абхазии, да, прям действительно красивых, да, где... И я считаю, с одной стороны, что это правильно, что в Абхазии запрещают покупать недвижимость, запрещают продавать землю и так далее, потому что если вдруг дадут добро, то я скажу честно, даже я бы захотел бы иметь дачу, так же, как в свое время там имел дачу Сталин, да, хотел бы иметь дачу именно в Абхазии. Вот именно в качестве частного домика. Вот чтобы, например, взял на выходные, поехал в эту прекрасную зеленую, не знаю, там, локацию, и все. Поэтому я, например, говорю... Я бы хотел бы, ну, честное слово, вот я прям хотел бы. Вот, потому что здесь действительно то, что я люблю. Очень много зелени, есть море, ну и, конечно, красота. Красотища, красотенька, вот как бы так. И да, я как-то смотрел интервью, и даже мальчик там 15 лет сказал, что он против того, чтобы можно продавать налево-направо недвижимость, потому что, говорит, приедут москвичи, злые сочинцы, и возьмут и все у них
скупит. Вот как бы так. В принципе, с той стороны, он прав. Никому не секрет, что, конечно же, вот в данной локации ценник гораздо ниже, чем, например, в том же самом Сочи. По поводу отдыха, мы попробуем с вами сегодня посчитать, попробуем с вами сегодня посмотреть, во сколько обойдется поездка на озеро Дице, с чем мы с вами столкнемся, как там поменялось в лучшую сторону или не в лучшую. По дороге мы с вами посетим Голубое озеро, по дороге мы с вами посмотрим те самые каньоны и так далее. Я взял с собой квадрокоптер. Я думаю, мы сегодня с вами в том числе и попробуем полетать, попробуем повзлетать. Особо здесь, видите, никто не хочет нарушать правила дорожного движения. Едут все со скоростью 56 км в час. Хотя можно было ехать, наверное, и 65 км в час, даже 66. А некоторые самые смелые могут даже и 68. Как видите, очень много номеров именно российских. Поэтому спокойно, наверное, сюда приезжает как на дачу. И, в общем, непонятно, наше или не наше. Но объективно, например, если сравнивать с Крымом, да, вот здесь мне нравится больше. Ты едешь очень много зелени, да, вот чем, например, особенно если мы берем с вами ту часть прям в сторону Евпатории, там вот эти степи напоминают мне город Орск, напоминает мне Оренбургскую область. А вот здесь вот именно ты вот ощущаешься где-то там в красивом, классном, потрясающем месте. Да, море сегодня просто обалденное. Море, я бы сказал, даже просто потрясающее. Ну и, конечно же, вот люди у нас на длинные выходные подтянулись в это прекрасное место. Да, самое обидное, что если один едет со скоростью 60 км в час, хотя мы сейчас едем с вами за город, да, вот на Приоре, 45-й регион, и из-за него мы должны тащиться, потому что, а может быть, это специально подставной человек от гаишников. Здесь, кстати, тоже земля ползет, да, мы с вами попрыгали немножко. Здесь у нас сплошная линия, и, конечно же, рискнуть в чужой стране проехать через сплошную линию, наверное, не самое лучшее, что хотелось бы. Странно, что у нас еще не встретились гаишники, которые бы... Да, кстати, здесь вот такой шлагбаум интересный был. Река Анукапсы. Не, ну, конечно, на Приоре жестокий человек. На Приоре, конечно, жесть. Но мы сейчас едем за городом. Ну, зачем ехать 60 км в час? Мы просто, чтобы вы понимали, ну, здесь, наверное, можно ехать в любом случае 90 км в час. За нами просто образовался огромнейший хвост. И... Ну, может быть, подстраховывается парень. Может быть, подстраховывается. Остановят, как бы. Я пока просто вижу, что на белом фоне уже было перечеркнуто. Значит, мы двигаемся вне населенного пункта. А раз мы двигаемся вне населенного пункта, значит, скорость вполне возможно, что должна быть 90 км в час. А если что-то пошло, можно включить Яндекс.Навигатор, и мы для интереса с вами проверим, какой здесь допускной скоростной режим. Давайте попробуем. Она же подсказывает, когда мы нарушаем, когда мы не нарушаем. Впереди камера на 50. Кстати, вот да, сейчас показывают, что можно ехать со скоростью 90 км в час. Вот здесь будет камера на 50. Скорее всего, здесь тоже будут стоять гаишники где-нибудь. Я этот знак пока на 50 км в час не увидел. Поэтому, да, наверное, есть смысл включить, мягко говоря... Нет, ну, блин, вот она говорит, что знак, наверное, на 50. Но я не вижу здесь знак 50. Где он должен быть? Непонятно. Ладно, едем. В принципе, показано, что можно ехать со скоростью 90 км в час. Что мы сейчас с вами и сделаем. Да, будем ехать около соточки, потому что здесь, да, я думаю, что превышать скорость не получится там до 20 км в час. Я думаю, что даже если мы будем ехать со скоростью 90 км в час, все равно это будет гораздо лучше, чем Приора, который ехал со скоростью 60. Дорога, в принципе, комфортная. Вот объективно, да, дорога, в принципе, комфортная.
Бывают, конечно, дороги лучше, бывают дороги хуже, но если, например, сравнить с той же самой Оренбургской областью, дороги просто шикарнейшие. Да, дорога широкая, при желании можно было здесь сделать три полосы, одну можно было сделать какой-то там реверс для того, чтобы там можно было там где-то обгонять периодически и так далее. Ну, сделали вот две такие широкие полоски и все. До места осталось ехать 1:30, но я думаю, что мы гораздо быстрее доедем, чем 1:30. О, парк львов есть, нифига себе. Это вот я, конечно, не знал. Дельфины те же самые. Ну и, конечно же, как говорят мне мои уже подписчики, знакомые, говорят, не вздумай в Абхазии брать ни мед, ничего. Хотя, да, тоже нам мед передали. Мы в бане, да, там. Но это мед такой, который годится только для обтирания, понимаете? Который годится только реально для того, чтобы можно было просто носить его на кожу. Есть такой мед, это, мягко говоря, то еще извращение. И давайте сразу отвечу вам на ваш вопрос, почему ты поехал один, почему ты с собой не взял, у тебя что, нет друзей, у тебя нет, у меня есть друзья, ну, как друзья, мы собираемся в бане, и все, и на рыбалку ходим, но иногда, понимаете, хочется побыть наедине сам с собой. Единственного друга, которого я с собой сегодня взял бы, это папа. Но папа что-то против этих поездок, все, поэтому, ну, как бы так, не получается. Поэтому я решил поехать один, хочу поснимать, хочу уехать тогда, когда я захочу, хочу поесть там, где я хочу. И просто хочу немножко перезагрузиться от всего. Отдохнуть от телефона, в конце концов. Вот, кстати, вот оно у нас Гагра, да, вот получается, на белом знаке. Вот здесь, да, здесь уже однозначно скорость должна быть 60 км в час. Вот именно здесь. Но как там априори ехал, я думаю, что оно специально провоцировал. Соответственно, Garden Resort Spa, в принципе, довольно-таки неплохо. Гагры, в принципе, видите, очень даже близко. От границы 17 минут. Я считаю, тоже очень даже хорошо. Но, опять же, наверное, здесь нет того кайфа, который хотелось бы. Жалко, что нельзя проехать, например, в Турцию через Абхазию. Нельзя. Вот, а так бы, конечно, было интересно. Вот у меня, ну вот, если честно, ребят, у меня есть маленькая мечта. Кто-то скажет, блин, ты больной придурок. Ну, блин, я уже привык, что по-всякому быть. Вот он, да? Вот он, через сплошную. Это вот особенность езды по Абхазски. Это особенность езды. Ездюки. Если честно, у меня есть просто огромнейшее желание. Вот, просто хочу сделать тур на машине. И хочу вот вокруг Черного моря. Вот Стамбула, вот так вот хочу проехаться. Вот как бы тогда скажешь, блин, какая у тебя тупая мечта. У меня такая мечта. Ну и, соответственно, есть один промежуток, один участок дороги, да, это вот как раз Абхазия и Грузия. Там, где при всем желании мне, ну, не получится это сделать, да, вот как бы так. Поэтому останется это моей мечтой, может быть, когда-нибудь мне получится реализовать. Вот поставьте лайк, вот кто тоже хочет просто взять и на своем автомобиле вот вокруг Черного моря проехаться. Ну, это же прикольно было бы, ну реально же это прикольно, да? Доехать до Стамбула, от Стамбула туда дальше. Я вот не знаю, я прям хочу вот это, прям хочу. Ну и, конечно же, надо ехать обязательно на хорошем автомобиле. Ребята, которые передвигаются на Тойоте, им об этом запрещено мечтать, потому что там не позволяет себе такое свинство в других странах, чтобы там ты ехал там со скоростью там 50 км в час, кто ехал на приоре и так далее. Вот как бы так. Ну а мы с вами потихонечку едем. Шучу, стебусь, шучу. Ну и посмотрите, да, какие классные здесь пальмы. Пальмы реально бомбические.